Всем привет, с вами снова я, Димас. Сегодня мы готовим еще очередное блюдо. Это у нас будет суп. Мы супы любим, первое блюдо всегда полезно. Немножко необычный суп будет, потому что ингредиенты такие не все могут найти где-то, может заменить. Но вот именно такой вот рецепт супа. Очень вкусный получается и питательный. У нас сварен бульон, мы его варили на свиных ребрышек, мы его прицедили, и чтобы не терять время, мы его решили заранее сварить. Есть будет тут сверху ссылочка будет, мы уже варили такой же бульон для борща. Также у нас будет сегодня маш присутствовать, и мы его замочили на полчаса, чтобы он чуть быстрее сварился. Если нет маши, можно чем-то заменить. Бобовыми какие-нибудь. Он там похож на что-то. Горох, еще что-нибудь подобное. Также масло понадобится для обжарки. Понадобится цветная капуста, тоже такой ингредиент. Но мы взяли... Лучше, конечно, взять свежую, но мы взяли свежемороженую. Потому что, ну, как бы намного не надо, а вилочки покупаю, большие продавались. А также нужны будут свежие томаты, парочку, там, грамм 200. Понадобятся обычные овощи, корнеплоды, лук, морковка. И чеснок. Также куча специй разных. Перцы разные, лавровый лист, карри тут, но можно куркуму. А также вот мы добавим сюда перчик. Этот перчик мы вот консервировали. Он консервированный. Можно взять свежий перец, если у вас нет консервированного. Вот, это как бы не страшно. Вот этот перец мы делали по рецепту нашего знакомого блогера. Называется канал у нее «В гостях у Аннушки». Сделали за кадром, но пробовали очень вкусно. На самом деле рецепт бомба. Спасибо, идеально просто. Сладенький такой, очень вкусный перец. Спасибо, да. Удался у нас рецепт. Рецепт можно повторять легко. Советую. Так что сейчас начнем с обжарки наших овощей. Приступим. В процессе этого уже сейчас закинем маш, чтобы времени не терять. Он варится минут там 15 примерно для почти до готовности. Ну вот мы закидываем наш маш в бульон. И сейчас будем овощи обжаривать в процессе. Маслице нальем. Бульон не очень жирный получился, потому что это ребра, как бы там жир присутствует. Но мы купили специально такие постненькие ребра. Нарезка произвольная, но можно кубиком нарезать. Вот закидываем морковку. И режем лучок тоже. Тоже довольно-таки крупно. Можете мельче, как вам нравится. Это все зависит от вас, мы покрупнее решили. Вот, чуть перемешиваем. Морковку мешаем в процессе. Чуть-чуть у нас пассеровалась морковка, мы закидываем туда лучок. Можно закинуть все вместе, кто-то закидывает наоборот раньше лучок. Но мне нравится всегда, когда морковка, без разницы. И нарезаем томаты тоже. Довольно-таки крупно нарезаем томатики. Они у нас все равно будут томиться. Вот, пенку снимаем. У нас тарелочка есть тут. Как бы из бобовых всегда выделяется небольшая пенка. Вот, так что всегда пеночек собираем эту некрасивую. Ну, у нас вот лук, морковка уже, наши корнеплоды спассеровались. Почти готовности. Мы закинем томатики наши. И чтобы дало сочность. В принципе, суп достаточно легкий. Самое сложное, наверное, в этом супе это сварить бульон 2-3 часа примерно. Можно даже больше, смотря на что вы варите. Вот какая кость. Томатики немножко начали разваливаться уже. И мы добавим сейчас наш готовый перчик. Прям с водичкой можете добавить. Он такой кисло-сладкий, очень вкусный. Резать мы его не стали. Он будет немножко выделяться. Так что спасибо за рецепт. Очень классно. Будем вот использовать его сейчас. Да надо чуть дать, чтобы прогрелось. И уже можно выключить. Как бы нам уже ничего не надо же обжаривать. Перчик прогреется. Потомится. И все. Мы сейчас крышечкой прикроем. И он вот такая будет нежная пассировочка. Дойдет. Все убрали. Самое главное теперь сейчас дождаться, что маш сварился. Ребята, подошло время у нас.
У нас наконец-то маш сварился. Даже заметно, если там какая-то часть бульона выкипела, не знаю, там пару сантиметров, пока он варился. Вот это все было где-то в районе 40 минут точно. Как бы мы времени не засекали, например, минут 40 он варился. Чтобы не терять время, мы начинаем закладывать наши томленые овощи. Овощи потомились замечательно. Тоже с бульончиком, там сок был. Добавляем это все. Сейчас поближе поставим. Будет получше видно нам и поудобнее работать. Мы добавляем нашу цветную капусту. И свежую просто разберите на соцвете, да, ну как вам нравится. Можно крупно, мелко, они сейчас все равно разварятся. Она СМ, она быстро будет готовиться. Буквально сейчас покипит. Все, несколько минут и будет готово. В принципе, суп довести осталось его до вкуса, до ума. Чуть добавить специй, и он у нас готов. Выглядит красиво. Так что ждем буквально сейчас вот чуть прокипит у нас. Начнет закипать, и будем добавлять специи пару минуточек. Тут у нас перчик. Четыре вида разных. Очень вкусный. Вот, добавляем горошком. Оп, красненько у нас сыпалось немножко. Надеюсь, не остро будет. Бульон мы варили без соли в этот раз. Соли добавляем. Ну, где-то почти столовую ложку. Два зубчика чеснока добавим. Паприку. У нас паприка копченая. Вот. Добавим немножко, чтобы не сильно чувствовалось. Буквально вот на кончике ножа. Вот. Лучше использовать просто сладкую. И карри. То же самое на кончике ножа, чтобы не перебилось ничего. Немножко добавим. Чуть не берется. Также добавим перец молотый немножко, буквально. И лавровый лист. Три штучки. Все, выключаем. У нас дойдет. Ой, какой ароматный базилик у нас. Сказка. Просто сказка. Много не будем добавлять, чтобы он только придал супу вкус и не перебивал другое. Все, пробуем, мешаем, что у нас получилось. Отлично. Просто великолепно. О, такой хороший. Мясцо. Где мясцо? Крошим веточкой базилика. Вот у нас есть тут красивый. Немножко его испугаем, чтобы он испугался и дал аромат. Пахнет прекрасно свининкой. Попробуем бульёшку. Вообще круто. Насыщенно так. Так, Маш у нас где тут потерялся. Ну вот, разварился тут хорошо, все видно. При этом все целиковое. Нормально, нормально. Нет картошки, самое главное. Картошка, это уже надоело в супах картошка. Попробуем теперь капусточку, как у нас сварилась цветная. Хрустит, это прекрасно. Ну, перец у нас подварился, мы вот так уже пробовали. Вот, попробуем свининка. Нежнейший разлил. Аж на тарелочку чуть супа разлил. От такого. Просто мясо нежнейшее отделяется от ребер, от костей. Прекрасно. Вкусное мясо. Жирок вытопился весь. Суп хороший, вкусный, наваристый. Показали вам рецепт. С чесночком обязательно, кстати. Как бы погода. Милое дело. Бомба. Ставьте лайки и дизлайки. Как всегда, с вами была банда от Кукс и Бразер Хукс. Всем добра, мира. Главное, здоровья. Берегите себя. Пока-пока. Увидимся.